Друзья, всем привет! Мы с вами в Леруа Мерлен, это Калантай, город Санкт-Петербург. На входе увидела настольные лампы. Слушайте, друзья, точно такие же фамилии продаются, не помню, какая там стоимость. Смотрите, есть собака в основании, такие камни. Тут побольше, конечно, выбор. Небольшие лампы, 1900 почти. И вот такие светильники подвесные показывала как-то в обзоре. Симпатичные стеклянные, цветное стекло. Вовсю уже продаются товары к садово-огородному сезону, луковицы. Смотрите, тут цены видно вам. Саженцы есть. Китайский лимонник. Сакура, вереск. Смотрите, 355 рублей пионы. Вот они уже там. Уже листики появляются. Выставили у входа вот растения. Очень понравился замиокулькас. 10 тысяч почти такой. А я пришла за ароматизаторами для дома. Новые тут появились от Баго. Хоум. Такие сладенькие конфетные ароматы. Приятные весенние. 858 рублей. Ванильный. Маршмеллоу. Приятные такие, легкие. Вот это вот тоже новые. 337. Зеркало со скидкой 60 на 120. 5448. Круглые. 1192. Есть зеркала в форме капли. 844. 28 на 39 размер. Так вот таких свечей не было. 592 рубля. Прям такая большая в стекле. Кисточка сверху. Так, это что такое? Декоративная шкатулка Дзен 788. Тут прям какой-то целый набор с песком. Подсвечник 355. Две штуки 462, два подсвечника. Растение 337. Вот такая вот статуэтка. Кстати, легкая. 1100. Интересно, из чего она сделана? Пластмасса. Вот такие классные вазы. 9 на 19,5 737. Без надписи, наклейку можно убрать. И 1620. Вот такая пузатая. 18 на 30. 1044 рубля декор. Столик новый появился. С кисточками. Металлическое основание. Сверху ДВП или ДСП. Так, не вижу только ценника, друзья. 1102 рубля. Возможно, что... Смотрите, зеркало какое. Вот такая деревянная соломенная рама. 2 980, диаметр 70. Новые часы появились круглые. 487 рублей. Часы настенные, 22 сантиметра. Покажу вам часы. Тут много симпатичных. 660. 1995. Есть поярче, есть вот можно просто купить. Видите, циферблат, наверное, на стену прям вешается, огромный размер. Диаметр 70-80 сантиметров. Часы-велосипед, внизу вот такие вот. Вот эти новые, по-моему, часы на веревке. 2498 рублей, диаметр 40. 1990. В общем, выбор большой. 1518. Диаметр так не указан. Металл, дерево. Вазочки новые появились, стеклянные, 23 сантиметра. 680, 780. Такие сверху тоненькие. Такой вариант 785, 19,5 длина, высота. Знаете, какой вариант? Расцветок, разнообразие. 234 стекло.
Вот такие вам показывала. Так, эти, по-моему, были все. Побольше есть размеры. 1225, 1085. Полосатая 1297, 26 высоту. 1167. Высота 18,5. Есть вот такие простые, 98 рублей, 18 высота, 650 декор с цветами, искусственных и большой выбор, как обычно, смотрите. Новинка, банки для сыпучих, стекло и черная матовая крышка. Такая на 700 миллилитров 227 рублей. Есть поменьше. 250 миллилитров 198. И 370 на литр 200. А вот еще больше есть. 491 рубль, литр 600. Это тоже новая серия. Вот такие квадратные пластмассовые баночки для сыпучих. Смотрите, вот это 600 миллилитров. Не содержит бисфенол А, фталаты и другие вредные вещества. Герметичная крышка, бионейтральная, легко штабилируется. Так вот друг на друга. Такой на 600 миллилитров 110 рублей. И вот здесь есть такие высокие. Так, 2 литра 200. Сколько стоит, непонятно. Вот они ниже, друзья. 2 200, 230 рублей. Средний размер, литр 200, 180 рублей. Новые контейнеры для холодильника. 472 рубля, 31,2 на 15,2, высота 12,7. Такие вытянутые, с ручками. Похожие фикси продаются. Толстый пластик. Можно удобно все организовать. Также 390, вот такой с перегородкой. И передней стенки нету, будет удобно брать. Так, размеры 27,9, 13,9, высота почти 9 сантиметров. Вот для холодильника, для специй, что хотите, можно хоть косметику организовать. 390 рублей и 360, вот, похожий на первый, но пониже. Высота 7,5. Ой, еще для яиц есть вот такая штука, подставка 241 рубль. А еще есть вот такие подставки, тоже для специй. Ну, можно что угодно хранить. 113 рублей. По-прежнему есть продажи коллекции из бамбука. Друзья, вот эти наборы для специй точно такие же, как фикс прайс. Там, по-моему, 50 рублей, а не 59 как-то. А тут 124 рубля. 4 штуки пластмассовые. Друзья, смотрите, какую у нас тут зону организовали. Как будто кусочек кухни на Икею похоже. Как интересно. Подставка 488. Полочки такие металлические. Набор. Что это такое? Рейлинг 413. Вот так вертикально сделан. На нем крепится горшок. Часы 1650. Такая полка, тоже новинка, 39,3 на 10,5, 36, 1597. Новые баночки, вот эти черные, стеклянные. Держатель для чашек 672. Плитка, плитка тоже тут продается. Да, плитка есть, сейчас вам покажу. 125, наверное, кашпо. Рейлинг 545, длина 90. Это металлическая панель черная. Что-то новенькое, друзья, интересно. Под столешницей тут вот такое открытое хранение, полки. Деревянная организация хранения из бамбука, точнее, друзья, бамбука-то. Симпатично. Черное дерево. Красиво смотрится. Варочная индукционная поверхность, автоматическое распознавание посуды, таймер, отключение, блокировка панели управления, 8 уровней, 6 программ, 2 926. Новый стенд оформили
стеллажи для хранения по бокам, видите. Тут такая столешница, наверное, для кухни можно использовать тоже. Высокий стул, 2888. Покажу вам стоимость. К 14 февраля, конечно же, тут сердечки. Такие подушечки есть. 535. Пледы 378. Тоненькие, флисовые. С сердечками. Подушки. Есть потолще вот такие. 532, кстати, похожа картинка. Да, точно такая же. Вот. Взяла диффузор. И вот такие там диффузоры тоже есть с сердечками. Сидушки 695. Тоже с сердечками. 532, бархатная подушка 40 на 40. Здесь простыни на резинках, такие приятные оттенки. Так, простыня трикотажная, 160 на 200, 742 рубля. Смотрите, какие цвета. Ну, это хлопок, естественно. Да, 100% хлопок, трикотажная простыня. Не было их раньше. Друзья, кто не успел купить в прошлый привоз, вот такие вот подставки для зубных щеток в виде таксы. Были они раньше, но быстро разобрали. 411 рублей. И сделаны они, по-моему, из керамики. В этой же серии есть стаканчики, дозаторы, вот баночки разные, 717. И вот такая подставка для ёршика вместе с ёршиком. 1335 рублей. Новая серия. Смотрите, какие держатели. 755. Крючки. Так, их не нужно устанавливать при помощи дрели. На самоклеющуюся такую пленочку клеится, на скотч. И максимум до 10 килограмм. 555 рублей. Так, такой же для зубных щеток мыльница. Держатель для полотенец. 770. Для туалетной бумаги 800. Такие вот есть, 1140. Так, в этой же серии полочки угловые. Металл бамбук 3052, тоже на присосках. Такая вот есть, 1641. Это у нас один уровень просто.